Дорогие друзья и гости канала «Люблю готовить сама», меня зовут Лидия. Сегодня я приготовлю жульен из индейки и лесных грибов по рецепту сестры. Приступаем к приготовлению. В разогретую сковородку с маслом отправляем репчатый лук и обжариваем до золотистого цвета. Лук у нас приобретает цвет румяности. Солим по вкусу. Лук у нас подрумянился. Мы теперь его сдвигаем на один бочок сковородки, для того, чтобы стекло масло. Обжаренный лук выкладываем первым слоем в форму для запекания в духовке. В масле, в котором обжаривался лук, обжариваем индейку. У меня здесь одна голень индейки и филе грудки. Обжариваем до готовности. Индейка у нас приготовилась. Также ее сдвигаем на одну сторону сковородки, чтобы стекло масло. И выкладываем вторым слоем поверх лука. Вы можете использовать курицу. Это вкус не поменяет. Распределяем индейку вторым слоем. Индейку мы не солим. Какая я вкусная индейка. Скушайте меня с грибочками и с луком. Да, согласна, очень вкусно и аппетитно выглядит. В масле, в котором обжаривался лук и индейка, обжариваем лесные грибы. Вы можете использовать смело шампиньоны, если у вас нет лесных грибов. Грибы впитали в себя растительное масло, поэтому я добавляю еще 2 столовые ложки масла. Мы грибочки, вкусные грибочки. Съешьте нас не поодиночке. Какой аромат стоит, дорогие друзья. У меня уже желудок танцует лезгинку и ждет, когда грибочки обжарятся до румяного цвета. Грибы у меня начали подрумяниваться. Теперь присаливаем по вкусу. Итак, грибочки у меня поджарились. Снимаем с огня. Обжаренные грибы до румяного цвета выкладываем третьим слоем и распределяем равномерно по поверхности. Заливаем все сливками. Сливки я использую 10%, вы можете брать пожирнее. Заливаем таким образом, чтобы сливки покрыли все 3 слоя. И посыпаем тертым сыром, посыпаем обильно. Далее форму ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем до появления румяной сырной корочки.